Российская Федерация придумала, как ответить на эмбарго Европейского Союза и ограничение цен на российскую нефть от стран G7. Как всегда, включили старый проверенный способ – шантаж. Обещают уже в марте снизить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Много это или мало? Каким последствиям может привести? И получится ли у Кремля и в этот раз использовать нефть в качестве шантажа, нам объяснит наш следующий собеседник Юрий Корольчук, сооснователь фонда энергетических стратегий, к нам присоединяется. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Объясните сразу, пожалуйста, насколько существенно вот это снижение 500 тысяч баррелей в сутки, минус, да, в добыче, чтобы шантажировать весь мир, и к чему может привести вот это снижение? Ну, понимаете, как бы всегда говорил и буду говорить, повторять, что каждая тонна, которая добывается нефти или газа, или угля, она добывается для конкретного потребителя. То есть нельзя сказать, что вот тонна минус, и ничего, проблем не будет, или тысяча тонн. Проблемы, конечно же, будут, но как они будут перевариваться мировым рынком, да, нефти, вот это вопрос. Что такое 500 тысяч баррелей, да, вот отвечаю на ваш вопрос. Ну, 100 миллионов баррелей в день идет экспорт, то есть в разные страны, да. То есть ну, 500 тысяч, мне кажется, такой маленький, 0,5%, да, грубо говоря, небольшой показатель. Но, с другой стороны, 500 тысяч для России, да, баррелей, ну, в день, мы говорим в день, они в день поставляют где-то сейчас 4,5, ну, до 5 миллионов баррелей в день, в сутки. То есть, тоже, скажем, не такой большой, 10%, да, вот сразу, 10%. Небольшой показатель, на самом деле, даже для России. Почему небольшой? Потому что, в принципе, даже если сравнить уровень, ну, добычи и экспорта нефти, точнее экспорта нефти в годы до, скажем так, до кризисной, то есть там в 19-й год, имеется в виду коронакризис, да, коронакризис, как 20-й год, вот 21-й, военный кризис, связанный с войной в Украине, уже 22-й год, 23-й, то добыча была больше нефти, и экспорт был больше, и в принципе вот тот объем, который 500 тысяч баррелей в сутки, да, если смотреть, что это будет тянуться целый год, например, да, предположим, я сомневаюсь в этом. То есть, скорее всего, это, ну, Россия заявляет, что они только месяц, да, посмотрят. Может, это и будет длиться дольше, может, даже увеличится объем, который они сократят. В принципе, были такие, ну, скажем, такие прогнозы, ожидания, и даже такие и со стороны российских представителей разные такие предположения, что где-то до миллиона. И Штаты это подтверждали, где-то до миллиона баррелей в сутки, имеется в виду, в сутки миллиона баррелей может произойти сокращение поставок российской нефти на мировой рынок. Но даже если посчитать 500 тысяч, да, то вот даже целый год это будет тянуться, это в лучшем случае, ну скажем так, где-то минус 25 миллионов тонн уже, не баррелей, переведем сразу для зрителей в тонны, да, 25 миллионов тонн. Но сразу же можно сказать, что Россия добывала в 2019 году, вот то, что я вспомнил, докризисные, да, вот эти новые кризисы, которые уже вот у нас наступили, они добывали практически больше где-то на миллионов 35 тонн, чем вот в этом году, в 2022, точнее, извините, который закончился. То есть у них запас, скажем так, еще есть. То есть они и так сократили, скажем так, ну, добычу. То есть для них это как бы не проблема на данном этапе. То есть у них есть куда расти. То есть вот этот запас, да, они сокращают, да, ну, скажем так, конечно, это убытки, да, конечно, это убытки, потому что это сокращение, это уже не тот случай, когда это недополученная прибыль. Конечно, это рассчитывать, вот вы говорите, что шантаж, да, ну, скорее всего, даже не шантаж, да, а такая, ну, я это называю, такая вот зеркальные санкции, да, можно так это назвать тоже, по большому счету, потому что... И вот это возвращаясь вот к самому первому моменту, который я сказал, что тот объем, который они производят, да, он и шел к конкретному потребителю, а сегодня этот потребитель эту нефть не получит. И это не значит, что, в принципе, этот объем заместят очень легко, скажем так, другие страны, ну, например, которые входят в ОПЕК, да, или ОПЕК плюс, так называемые, да, куда входят, там, кроме России еще, которые присоединяются. То есть это не значит. Почему не значит? Потому что мы увидели, что, в принципе, сокращение произошло. Та же Саудовская Аравия, ну, как ключевой такой лидер, да, то есть есть три лидера, США, Саудовская Аравия и Россия, да, по добыче нефти, да, и, соответственно, по экспорту это Саудовская Аравия и Россия. И они, скажем так, поддержали эту позицию, то есть они не заявили, что они будут увеличивать добычу нефти, то есть компенсировать, то есть этого не произойдет, то есть цена уже начала рост, ну, нельзя, сомневаюсь, что она будет дальше расти, потому что есть такие, ну, плохие, как бы, ожидания,
в первую очередь в Европейском Союзе снижение экономической активности, да, даже тот рост в Китае, который будет произойти, Китай получает нефть, скажем так, в основном из Саудовской Аравии, Иран, африканские страны, то есть они, скажем так, отдельно стоят в этой истории. Но в любом случае, конечно же, это очень показательно, что вот этот ответ, он, скажем так, произошел. Об этом россияне декларировали, это, скажем так, не внезапно, да, не удар в спину, или как это там описать. Это, в принципе, было ожидаемо. И с другой стороны, смотрите, говоря об убытках сразу, вот если, потому что сразу, когда вот можно услышать, то вот убытки, насколько там будут серьезные убытки. Нужно понимать, что Россия сегодня, они делают ставку, скажем так, на, ну, в основном, как бы, на переориентацию своих поставок нефти на азиатский рынок. Те серые схемы, которые существуют, уже закрепились, там Индия, частично Китай, меньше Турция, Болгария, например, там Малайзия, да, через них идут объемы нефти, которые потом поступают уже на европейский рынок. То есть европейский рынок получает дальше российскую нефть, только уже под другим флагом, я бы так сказал. Но в любом случае Россия делает ставку не только на переориентацию на азиатский рынок, они делают ставку на переориентацию поставок нефти уже под конкретные нефтеперерабатывающие заводы, ну вот за рубежом. То есть у себя они перерабатывают. Нужно же понимать, кстати, тоже, что Россия добывает намного больше нефти, чем экспортирует. Ну, грубо говоря, там в два раза. Да, вот там, ну так, небольшой плюсик, но в два раза. То есть весь другой объем они перерабатывают для своего внутреннего рынка и на экспорт. Потому что экспортируется очень много нефтепродуктов. То есть это, скажем так, тоже часть дохода российского бюджета. Такая немалая, скажем так. Ну, вот в этом, в энергопакете, да, там где нефть, газ, уголь, нефтепродукты. Вот эти нефтеперерабатывающие заводы, НПЗ, там в Индии в первую очередь, там в Китае частично, вот они будут загружаться нефтью и будут перерабатываться уже в готовые нефтепродукты, уже будут поступать дальше на европейский рынок. И вот здесь как бы Россия будет пытаться минимизировать свои вот эти потери. Ну, это уже такой бизнес-шаг, знаете, как бы его можно как бы понять тоже, потому что вот напрямую, да, скажем так, выйти, вернуться на этот рынок, да, ну, пока это проблема, пока этого не произойдет. Юрий, скажите, а вот насколько России будет сложно найти рынки для своего там керосина, дизеля, других нефтепродуктов даже по заниженным ценам? Ну, почему по заниженным ценам? Сейчас даже вот та такая стельная цена, ну, граничная цена, которую установили там на мазут, на нефтепродукты, то есть там на мазут $45, на нефтепродукты там $100 за баррель. То, в принципе, она сейчас такая есть. Даже, в принципе, нефтепродукты, ну, дистопливо в основном российское, оно там торгуется чуть-чуть дороже, там где-то 110, там $115, вот где-то так. То есть, в принципе, опять-таки, та же история, что с граничной ценой на нефть, да, то есть $60, а по большому счету, как бы, она сейчас Urals, нефть, да, она как бы не выскакивает за этот уровень. Плюс, как бы, есть решения, которые принимаются вот Европейский Союз, да, они приняли, Еврокомиссия, решение. Ну, тоже такие, знаете, как бы интересные ребята, скажем так, такие двойные стандарты, да, потому что, с одной стороны, принимается решение, да, которое все обсуждают и все о нем говорят очень громко, да, вот с 5 февраля будет ограничение на нефтепродукты, а с другой стороны, через несколько дней принимается решение, которое позволяет, точнее, оно как бы не то, что позволяет, оно фактически легализирует, даже неправильно сказать, легитимизирует. То есть, потому что оно и так и шло туда. Легализация этого была продукта, нефтепродукта с других стран, вот эти серые схемы. А здесь такая легитимизация происходит, потому что сказали, что если будут нефтепродукты, которые приходят из третьих стран, но мы знаем, что это российская нефть, можно тогда продавать их на европейском рынке. Ну, то есть такие, к сожалению, вот, скажем так, шаги. Да. Ну, скорее всего, опять-таки, они... Не скорее всего, они обоснованы тем, что нету чем как бы заменить, потому что, опять-таки, смотри пункт первый, когда, как говорят, как шутят, да, вот этот момент, что каждая тонна, она производится для конкретного потребителя. Нельзя его забрать у кого-то другого, нужно как бы производить больше. А больше производить не все могут и не все хотят, потому что можно произвести больше ресурса, да, например, но не единоразово. То есть все хотят долгих, длинных контрактов на больший период, на большие объемы. Вот это будет, скажем так, играть на руку России, да, оно и так играет. Вот исходя из того даже, что мы, ну, начали с того, что как бы и небольшой объем, да, там 500 тысяч баррелей там в сутки, да, и в целом,
если в месяц перевести, там небольшой, если посмотреть в мировом порядке, в масштабе. Но с другой стороны, вот его нету где как бы взять, то есть заместить. Даже если Саудовскую Аравию вспоминать, то ну как альтернативу, да, как возможность такая, то там легкая нефть. Она как бы идет на другие, как бы скажем так, направления. Бензины в основном, там другая нефтехимия. Плюс вообще, кстати, важный аспект, мы с вами, кажется, и говорили об этом, что Urals, это в основном вся как бы такая как бы борьба с Юралсом, да. А другой сорт нафти, нефти, восточно-сибирский, да, ЭСПО, он как бы продается, в принципе, плюс-минус по той цене, по которой как бы и продавался, то есть там 70-75 долларов, ну, все зависит там от объема контрактов. То есть там Сокол у них есть еще сорт нефти, да, ну там небольшой, где-то 5%. Но тоже как бы показательно, что вот этот азиатский рынок, да, он, скажем так, более, ну, нельзя сказать устойчивый, да, но он как бы игнорирует эти санкции. Вот так, это будет, мне кажется, более такая реалистичная оценка. Юрий, спасибо вам большое за такой детальный обзор. Юрий Корольчук, сооснователь фонда энергетических стратегий, присоединялся к нашему эфиру.